Этим летом открыл свои двери летний лагерь в детском спортивном клубе «Лео». Это стало возможным благодаря выигранному президентскому гранту. Средства, направленные на реализацию проекта «Бумба. Футбольная страна», главная цель которого – развитие детского и юношеского футбола в Калмыкии. С юными спортсменами встретилась наш корреспондент Нагана Кашранова. Аюр Сангаджигаряев – подающий надежды защитник детского футбольного клуба «Лео». В футболе мальчик с 2018 года. За эти 3 года он успел принять участие в элистинских, региональных и всероссийских турнирах. Сейчас Аюр посещает спортивный детский лагерь. Мы ходили на гимнастику, на единоборство. На гимнастике мы учили кувырки назад, вперед. На единоборствах мы держали планку, подтягивались. Еще другое. Там весело у нас. У нас бывают мини-турниры. Потом игры. Футбольный клуб «Лео» был создан 5 лет назад по инициативе Аюки Хасикова. Благодаря этому сотни талантливых детей смогли приобрести профессиональные футбольные навыки. Этим летом юные футболисты выезжали на учебно-тренировочный сбор в город Сочи. В программе были ежедневные тренировки, купания на море, активный досуг и экскурсии. Реализация проекта «Бумба. Футбольная страна» в самом разгаре. Сейчас у нас идет 2-я смена нашего футбольного лагеря. Вот отдыхают у нас детишки, которым по 7-8 лет. В основном они занимаются в нашем клубе, школа футбола «Лео». Вот совсем недавно мы съездили, как и говорили, на сборы. И наши учебно-тренировочные сборы проходили в городе Сочи. Наша сборная команда выезжала. Мы там тренировались, занимались. Ежедневные зарядки, тренировки, другие активности. Сейчас в детском футбольном клубе тренируются 200 человек. В летнем лагере за 2 смены отдохнули сотня детей в возрасте от 5 до 12 лет. Помимо футбола, дети занимаются кикбоксингом, гимнастикой, играют в спортивные и интеллектуальные игры. Мы не зацикливаемся именно на футбольных, да, каких-то упражнениях. Стараемся ребята ознакомить как можно больше с новыми играми. То есть они у нас, допустим, уже играют гандбол, играют регби, они знают какие-то азы уже игры гольфа. То есть, ну, естественно, все это основано на игре с мячом. Также мы стараемся давать какие-то общеразвивающие, да, там, квесты, квизы. То есть они у нас, да, играют в брейн-ринг, что, где, когда. В сентябре в рамках проекта «Бумба. Футбольная страна» состоится ежегодный межрегиональный турнир по футболу среди детей в разных возрастных группах. Все мероприятия проекта реализуются за счет грантовых средств фонда. Нагана Кашранова, Ачир Убушаев, информационная программа «День Республики».